Более 3000 лент триколоров раздали жителям Саратова. Приурочили акцию к Дню государственного флага России. Помимо Саратова, ленточки будут раздавать также в Пугачеве, Ртищево, Петровске и других районных центрах области. В муниципальных образованиях запланированы тематические программы и встречи, спортивные и культурно-массовые мероприятия. В Саратове горожане прикрепляли ленточки к одежде и даже на детские коляски. Также государственными флагами украсили улицы города и мост Саратов-Энгельс. Целью нашей акции является воспитать патриотизм у подрастающего поколения и напомнить взрослым о завтрашнем государственном празднике Дня флага России. Многие останавливаются, интересуются данной акцией и спрашивают, что завтра за праздник. У всех положительные эмоции, все берут ленточки, привязывают на руки и говорят спасибо.